Hello guys, welcome to my channel. So today's video is from Diana, a show of the max. So today we are going to be looking at the behind the scenes of Diana, her preparation, her journey towards the show of the max of Emini. Let's check it out. Очень страшно. Очень страшно. Просто. Встречайте фантастический горностай. Как они так поют, это очень сложно. Ой, господи, это очень жарко. Я не схожу с ума. Ребят, всем доброе утро. Тут идут репетиции. Это я. Похоже, да? Кстати, 8 утра. А нет, 7:30. А нет, 8. 7:30 я выехала. Я сижу, смотрю на свой костюм. Потому что не осознаю, что это для меня все сделано. Представляете? Там еще такая платформа, просто офигеть. Офигеть! Как купол цирка. Сейчас репетиция, вечно съемка первая. Очень страшно. Очень страшно. Просто. По-человечески. То есть это чуть-чуть на соплях будет, но держится. Мой звездный час. Не снимай меня так. Господи, благослови. Микрофон. Руки залезли, все нормально? Да. Это машина. Пока. Вот, да, направо, направо. Да, да, и все на слабо. Но черностай уже как. Встречайте, встречайте, встречайте наш единственный и неповторимый интригующий фантастический горностай. Приготовились. Камера уже в моторе, музыка. Хорошо. И вперед. Плечо медленно, медленно. Быстро. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands about my head, 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 like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands about my head, so
Уходим, уходим, уходим. Спасибо. Капец, мокро. Ой, господи, это очень жарко. Oh, the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk, but I want to stay. I'd be safe and warm if I wasn't lonely. California dream, I know I'm such a witness to. Короче, шаурму я угадала. Она сейчас поет на репетиции. Это глюкоза. А еще я знаю ворона. Кто такой ворон? Спалился. Сегодня у нас будет много экспромтов. Это страшно, но почему-то я волнуюсь не так, как в первую программу. У меня здесь мне что поесть. Здесь вкусно кормят. Я вам скажу. Шикарно. Я нечаянно на первой программе начала называть Киркорова на «ты». Короче, теперь я привыкаю к тому, чтобы говорить им всем на «ты». Нет, я не схожу с ума. Это подарок для Филиппа. Энергия превосходства. Нежный и лихой, щедрый и простой, словом мой любимый, это ты. И завяли пре. Очень смешно. Я начинаю угорать просто в моменте. Рай. Просто еще надо вот это все вставлять, чтобы. Какая сладкая судьба. И теперь нам только жить и жить. Я сейчас сдохну. Я сейчас что делаю? Я не понимаю, что я делаю. Мне кажется, мои кишки сейчас вырвут. Как они так поют? Это очень сложно. Женщиной земной. Есть только одна попытка. Я тебя твою. Ты не будешь ничей жених. Я не чай. У меня комната 30-13. Прикол в том, что цифра 1 и 3 – это ключевые цифры в моем счастливом числе. Это очень хороший знак, я вам скажу. В
потому что прошлую программу я, ну, для себя ее запорола, хотя комната у меня была та же самая. Но я чувствую, что сегодня я ничего не запорю, если так можно сказать. Вот такая комната. Такая вот небольшая. Мне кажется, я половину вырежу, что я здесь говорю, учитывая обстановку такую, что через общение с жюри по голосу узнали вообще половину маски просто. Я буду с этой программой, естественно, говорить не своим голосом. Вот таким вот. Всем привет! Я Горностай. Всем привет! Или, я не знаю. Или вот таким вот. Или вот таким вот голосом буду разговаривать я. Вот давайте вот таким. О! Мы нашли голос для Горностая. Да. Да. Опа, Горностай. И у нас дальше будет такая песня. Вы закачаетесь. Опа, Горностай. Оп. Горностай! А меня не слышно? В смысле, подождите, меня, чтобы меня не было слышно. Оп, 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 оп. Каким голосом надо оп делать? На Горностая похоже. Вы слышали, как меня орут? Они гавкают вот так. Оп, Горностай! Мне перестали страдать. Мне перестали страдать. Есть риск, что вообще, на самом деле, хотите, я вам понравилась. Мне сегодня очень плохо. Чисто физически очень сложно вообще, короче, было стоять на сцене, вообще вот в этом костюме, дышать сложно, все сложно вообще было делать. У меня болит башка, у меня болит живот, меня все раздражает, я просто хочу домой. Я небольшая труба. Капец, как страшно, вы не представляете. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Так, не на дубль. Друзья мои, я тут немножечко в слезах. А, какой-то выпуск, 9-й, наверное, да. 2-й выпуск подряд я попадаю в номинацию. А, я понимаю, что я могла сделать намного больше. Я была такой сегодня очень молчаливой, обычной, никому нафиг не нужной и неинтересной маской. Сейчас придут меня гримировать. Я вот такая вот сижу, у меня грязная башка, я вся потная, вся заплаканная. Будут гримировать, потому что под маской нужно быть красивой, когда тебя будут открывать. Вот такие пироги. Да ладно! Все верно, я просто сейчас понимаю, что мне нужно радоваться, потому что впереди меня ждет очень много всего классного. Спасибо вам. Все, только начинай. Кто подо мной? А под ним я. Диана Анкузинова. Горностай, здравствуйте.
чтобы участвовать в этом проекте. Это была моя самая большая мечта за последнее время, и она сбылась. И, конечно же, огромное спасибо Вайтмедиа, НТВ за то, что просто позволили мне сюда прийти. Я помню, как я на проект еще в Мозгоу пришла. Мне вот 18 только что исполнилось, можно у вас поучаствовать в маске? И мне такие, ну, мы подумаем. Прошел год, и они такие, давай, давай, приходи. И я такая, мы смотрим маски, я вижу Бернстай, и я понимаю, что, ну, девочки, я влюбилась. Все, друзья, прощаемся, мы с Горностаем, прощаемся, девчонки, пока, всем. Вот, сейчас снимаю штанишки, и я Диана Анкадьевна. Пока. Спасибо вам большое. Мы не прощаемся точно. Спасибо. Супер. Спасибо. Роллы я не доела, карбонар, ну. Тимуха, Люси. Пока. Ну что, скоро увидимся, давай. Да. Oh guys, when I saw Diana crying, like I just feel like I should join her to start crying. But all I can say is tears of joy and not tears of sadness, because her sacrifice, her dedication, everything is coming to pass. And I know this project, it wasn't easy, because those heavy marks, wow, wasn't it heavy for her? Ah, she tried. Kudos to you, Diana. Her everything was not in vain. Let me know your thoughts in the comment section. Like and subscribe to my channel. Bye-bye.